Размышляя, вы предположили, что может быть такая просьба Всевышнему будет аморальной. Мы не назовем это так. В конце концов, это просьба. Я понимаю ваши мотивы, но мы не назовем так, а назовем иначе. Пока только отметим, что вот действие по сокращению жизни человека, который болен и безнадежно болен, и страдает и прочее, совершенно в медицинской этике, которая базируется на Торе или вытекает из Торы, запрещена. Никакие действия не разрешаются, которые укорачивают жизнь человека. Не обязательно продлевать, не обязательно, имея одно лекарство, доставать где-то более дорогое лекарство, когда ситуация такая, что ничего особенного не произойдет, и нет возможности достать, и, может быть, занятие по доставанию этого лекарства приведет к тому, что даже больной наш или другой больной пострадает. Этого Тора не требует. Но она не разрешает категорически делать какие-то шаги или действия предпринимать по сокращению жизни больного человека. Так что назвать аморальным это нельзя. Мы назовем это иначе. Назовем это глупо. Глупо просить Всевышнего, чтобы он сократил жизнь. Почему? Потому что мы совершенно никогда не знаем и не представляем, от чего приходит страдание, от чего приходит болезнь. Почему даже во время эпидемии половина населения заболевает, а половина не заболевает. Никто не знает почему. И мы не знаем, что болезнь, как это ни звучит печально, иногда вычищает и очищает душу человека. И может быть еще нужно несколько дней для очистки души, а мы будем просить сократить этот процесс. Если мы бы видели, что стоит за всем этим, мы бы поняли, что так же, как и действие хирурга, когда хирург ни про кого не будет сказано, должен ампутировать, такое хорошее слово, вместо того, чтобы отрезать, сказать. Ампутировать ногу, руку, палец только. Мы же не говорим, что он злодей. Мы говорим, что он спасает жизнь. Есть ситуация, когда ампутация спасает жизнь. Потому что мы знаем из книг, из опыта, из рассказов о случаях, когда это происходит. Тысячи случаев проходят перед нашими глазами, когда жизнь человека спасена. Он будет жить еще 10, 20 или 30 лет после ампутации какого-то органа. А эти вещи мы не знаем. И поэтому то, что мы видим, нам кажется таким, как мы видим. А когда мы оцениваем работу хирурга, мы заранее признаем, что мы не понимаем, что он делает, не знаем. Не знаем эту методику, не знаем, почему нужно такими средствами пользоваться, и почему такие лекарства давать, и давать и такое обезболивающее или другое. Мы ничего этого не знаем. Мы доверяем, что хирург знает свою работу. Человек более мудрый, он доверяет Всевышнему, что тот, скажем, направит хирурга, чтобы тот хирург сделал все наилучшим образом. Но мы ничего этого не понимаем в отношении болезни и всего. Может быть, этому человеку, который так страдает, да, действительно страдает, нужно страдать еще день-два. А мы, допустим, даже если бы наши просьбы выполнялись, мы будем просить сократить эти день-два. Эти день-два обойдутся ему потом, условно говоря, в тысячи лет блаженства в другом мире. Это не может сравниться с этим. Мы не представляем это, мы не знаем. Только потому, что он таким образом вычистит все и войдет в другой мир совершенно другим человеком. А нам кажется, что это просто никому не нужно страдать. Я сразу хочу сказать, чтобы не было ни малейшего сомнения. Нет никакого разрешения нам причинять страдания человеку. Мы не Всевышний, человек не Всевышний. Поэтому говорит, вот я тебе причиню страдания, чтобы ты искупил свою вину вне законов Торы, это нельзя.
Я не говорю о законах Торы, когда это происходит, и сегодня этого нету, но могло бы быть. Это мы, другое дело, это закон Торы говорит. Опять же, Всевышний, через действия людей. Но просто причинять страдания нельзя. Просто делать зло кому-то, делать плохо кому-то нельзя. Это другое дело. Облегчать страдания можно. Ни в коем случае не, Тора учитывает это. Ни в коем случае не может быть такого рассуждения, что раз страдания посылает Всевышний, то пусть какое будет, такое будет. Нет. В Торе говорится двойной глагол «рапо и рапе». Обязательно обращение к врачу или к человеку, кто лечит, обязательно надо лечить. Ты не знаешь, придет ли на помощь твое лечение или нет. Ты не знаешь, сократит ли лечение страдания, а может быть, кстати, вызовет еще и больше страданий. Мы этого не знаем. Мы должны делать нашу работу. Творец мира делает свою работу. Но основа нашей веры в том, что и я, который врач, допустим, и другой человек, который не врач, мы в одинаковой степени ничего не знаем и не понимаем, должны стараться делать что-то, но окончательное решение и реализация решения за Всевышним. И как он решит, это правильно. Это тяжело очень, когда мы видим страдания человека. Это действительно тяжело. А уж свои страдания вообще трудно оценить. Человек очень близок к самому себе, скажем так. И страдания на него влияют. Но и страдания близкого человека тебя мучают, и ты не знаешь, как помочь. И страдания просто другого человека, ты не знаешь, как помочь. Но мы снова верим, что в конце концов происходит то, что должно произойти. Повторяю, в конце концов. Пока пройдет процесс, врач должен лечить. Человек должен облегчать, что может. Можешь помочь отвезти больного к врачу, отвези его к врачу. Это другое дело, это надо делать. Но просить, чтобы человек умер, больной, или самое плохое, это то, что теперь дикие вещи происходят по сокращению жизни человека, так называют. Люди берут на себя жизнь других людей, и часто ссылаются, что больной сам просит. Больной здесь ни при чем. Мы же говорим о душе человека и тело. И тело человека дает ему Всевышний, и душу дает ему Всевышний. Человек не хозяин над этим. Он только должен это сохранять, беречь и прочее. Он не может вытащить из себя душу. Он не может разрушить в себе тело или у другого человека. Это не разрешается. Я думаю, что объяснил то, что надо было объяснить. Это очень непросто. Очень непросто, но я думаю, что было понятно то, что я сказал. Всего доброго. До свидания.